Здравствуйте, сейчас посмотрим микс Baby плюс Kids Extra Лето Швейцария. Подробную информацию вы прочитаете под видео, а сейчас мы с вами просто рассмотрим. Штанишки на 52 сантиметра H&M хорошего качества. Такие с типа ремешком на 6-9 месяцев с замочками ХБ. Следующая с резинкой в поясе. ХБ футболка на 6 лет. Рубашка с коротким рукавом H&M на 98 сантиметров. И футболка, такая маечка без рукава, ХБ 92 сантиметра. Смотрим дальше. Шортики, они утягиваются в талии, 92 сантиметра ХБ. Тут встречается и побольше. Здесь штаны на 164 сантиметра, бриджи. Футболка с капюшоном. Это ХБ, я думаю, хочу проверить. На 98-104 сантиметра, да, 100% ХБ. Следующие шортики на 6-9 месяцев, 74 сантиметра, ХБ. С длинным рукавом, рубашка на 8-9 лет. Вот такие шорты для вратаря на 128 сантиметров, синтетика. Футболка, синтетика, Puma. 128 сантиметров. Футболка с рисунком впереди и сзади. ХБ спереди. Вводим. Застегивается для бэйби на 60 сантиметров. 3 месяца. Та футболка с принтом и впереди и сзади на 14 лет. А сзади нету, но есть зато вот здесь на рукавах. На плечах. Следующее это и шортики, бриджи на резинке ХБ, боди детская для самых маленьких бэйби. Такие шорты с машинкой, они утягиваются в талии на 110 сантиметров. Рубашечка ХБ, Италия, я не нашла возраст, небольшая совсем. Так, утягивается в талии, размер у нее, это H&M на 146 сантиметров, ХБ. Такие плавательные трусики, шортики для мальчика. На 64 сантиметра. Ой, это майка для девочки на 152 сантиметра. ХБ. Джинсовые брючки для мальчика. 12 месяцев. Такие с выточками и резинкой в талии. Думаю, это смешанный ХБ с полиэстером, но не написано. Пойдемте дальше. Это для бэйби на 3-6 месяцев с резинкой, с карманами по бокам. Вот такие для девочки на 7-8 месяцев или лет, конечно же, лет. Штанишки с карманами сзади. Рубашка для мальчика с коротким рукавом. На пуговичках H&M 116 сантиметров, ХБ. Джинсовые шортики, то есть это для девочки,
на 12 лет. Ну давай где-то для еще один еще. Джинсовые для мальчика брючки на, так, секундочку, на 6 лет, они утягиваются в талии, спереди они с замочками. Идемте дальше. Шортики на 74 сантиметра, они тоже утягиваются. Все в хорошем качестве, экстра. Вот футболка, М-ка, ХБ. Еще одна футболка, только теперь уже с капюшоном, на 152 сантиметра, 12 лет, тоже ХБ. Это синтетика, принт с двух сторон на 146 сантиметров. Шортики, они с подкладкой. Вот сейчас мы посмотрим, вот такая сеточка в виде трусиков. На 7-8 лет. ХБшные шорты H&M на 128 сантиметров. Шорты в клетку. 128 сантиметров. Тоже ХБ. Вот такая синтетика, футболка на 12 лет, спортивная. Это для девочки, вверху она с резинкой, H&M на 92 сантиметра. Маечка для мальчика, вверху она на застежке с красивым рисунком, 80 сантиметров. ХБ. Так, это тоже ХБ, 146 сантиметров, с двумя кармашками, регулируется талия, и сзади тоже два кармашка. Следующая такая интересная очень рубашка, интересный принт, такая Америка. 128 сантиметров на 8 лет, короткий рукав, ХБ. С длинным рукавом на... 3 года, 94 сантиметра, со звездами, вот, типа кармашек, и здесь такие звездочки, очень интересно. Такая кепочка, сзади она удлиняется. Шортики, штанишки, точнее, на завязочках, на H&M 92 сантиметра, легкие ХБ. Такие шорты тоже, они завязываются внутри, 12-18 месяцев, 86 сантиметров, очень красивые, сзади с двумя кармашками. Есть такие пляжные шорты, они внутри с подкладом, подклад в виде такой сетки, трусиков, на 13-14 лет, тоже шорты пляжные. Возраст не указан, но тоже примерно как и те. Вот шорты побольше тоже пляжные. Размер S с подкладом, тоже в виде трусиков. Она тут немножко, кстати, порвана, обратите внимание. Я думаю, что от нее вообще можно избавиться, и так будет даже лучше. Идемте дальше. Вот такие бриджи уже на постарше. А именно... 170 сантиметров. Такие бриджи. Лосины, ну это скорее для девочки, конечно же. На 10-11 лет, 46 сантиметров, облегающие. Шортики для мальчика. На 0,3 месяца. Милые ХБ. United Color of Benetton. Утягивается внутри, 90 сантиметров, с двумя кармашками. Есть вот такие шортики на 6-9 месяцев. Джинсовые, ну это для девочки, потому что они со стразиками. На 104 сантиметра, Том Тайлор. Красные шортики. Я даже не знаю, это для мальчика и для девочки подойдут. Baby Boy. Сейчас мы посмотрим на 100% холопов. Такое интересное, кстати, комбинезон с подтяжками, штанишки с подтяжками, H&M, ХБ.
маечка ХБ с рисунком. Такая миленькая маленькая рубашка на 74 сантиметра, без рукавка. Джинсовые шорты на 18-24 месяца, утягиваются в талии. Джинсы с зеленой строчкой, очень красиво смотрятся, 92 сантиметра, тоже они утягиваются в талии, они такие стрейч, тянутся. Шорты адидасовские, синтетика, размер М, ну это 11-12 лет. Следующие шорты, они с подкладкой, тоже в виде трусиков, все сеточки. Почитаем состав и размер. Размер это 12 лет. Состав полиэстер. Нет, не хочу убрать. Посмотрим внимательнее. Да, 100% полиэстер. Не вру. Следующие шорты. Такими фиолетовыми прикольными кармашками. Вообще с дизайном. На 10 лет. Думаю, это такой... тянется ХП. Может же быть такое, правильно? Не будем задерживаться, пойдемте дальше. Следующая синтетика, вот такая футболка. Джинсовые бриджи. Они утягиваются. Нет, они не утягиваются в талии, это просто резинки. С такими карманами впереди и сзади. ХБ. Следующая 95 кэтон, опять его полиэстер, резинка вверху, такие шортики. Всю подробную информацию вы можете прочитать под видео. А сейчас мы просто с вами рассмотрим поподробнее. Вот для девочки футболка на 4-5 месяцев. Пуговки в виде стразиков, очень мило. Идемте дальше. Комбинезон такой маленький. Не знаю, мне кажется, он для мальчика и для девочки подойдет. Так, боди. Такое детское бэйби на 18 месяцев. Плавательные трусики. 100% полиэстер. Шорты полиэстер. Такие детские, милые, маленькие, всего на 2 года, на 100% полиэстер. Комбинезон для мальчика. Он утягивается, собирается. Все в суперском состоянии, хорошего качества. Вот размер М я держу, штаны, точнее, такие шортики. Футболка, рубашка, господи, рубашка на 98 сантиметров, шортики, киаби на 18 месяцев, сегодня тоже шортики на 86 сантиметров, 18 месяцев, они утягиваются в талии, удлиненные шорты для мальчика. На 152 сантиметра. Футболка 134 сантиметра с принтом ХБ. Без рисунка тоже ХБ. Такие шортики на 10-11 лет. Рубашка. И такая маечка. Она внизу, сзади точнее, на прищеп, на застежечке, просто для самых маленьких. Такая шорты, они с подкладкой в виде сетки, трусиков на 140 сантиметров. Рубашечка красивым рисунком, все скажем, на 6 месяцев. Шортики миленькие на 92 сантиметра. Рубашка с длинным рукавом на 11-12 лет. Все целое, невредимо, хорошего качества. А стоимость можно узнать будет под видео. Талия утягивается, 11-12 лет. ХБ. Такие шорты, тоже 11-12 лет. Видите, они
типа с бахромой, но здесь есть строчка, так что это все специально. Дизайнерский ход. Шорты пляжные, 146-152 сантиметра, такие трусики внутри. Боди детская, ХБ, H&M на 56 сантиметров. Джинсовые шорты на 140 сантиметров, такие удлиненные, как бриджи. Это футболочка на 12-18 месяцев с принтом впереди. Следующие шорты, они в клеточку. Италия на 6 лет. Пойдемте дальше. Это ХБ футболка без рисунка. Такая весьма легкая, сзади, внизу у нее на резинке. Следующая такая ХБ, тоже футболка с принтом на 104 сантиметра. Такая для девочки на 6 лет с ХБ. Рубашечка красивая на 116 сантиметров. Все работает. Сзади у нее тоже рисунок, очень такая креативная. Шорты без подклада, без, на 134 сантиметра. Она вот так, они вот так вытягиваются. Вот. Очень здорово. Идемте дальше. Шортики такие, тоже ХБ на 50 сантиметров для самых маленьких. Есть такие. 100% катон на 3 месяца. Такие шорты побольше, они из подклада в виде сетки, трусиков. Она в целости и невредимости на 152 сантиметра с карманом сбоку. Такие шортики на 108 сантиметров. ХБ. Комбинезон очень милый для мальчика на 18 месяцев. Тут немножко что-то грязненькое, вообще даже не видно. Сначала я не поняла, совсем мелочь. Такая рубашка с коротким рукавом, H&M на 110 сантиметров. Плавательные трусики для мальчика с рисунком. Шорты на 152 сантиметра. Рубашка ХБ, это для девочки в розовом цвете, у нас с рисуночком в виде звездочек, 116 сантиметров. Боди. Боди на 6 месяцев. Футболка ХБ на 74 сантиметра. Футболка детская, Киаги на 9 месяцев девичья. Такие штанишки, думаю, они для девочки, потому что с застежками на застежке на 10-11 лет. Шорты для мальчика и такая вот футболка ХБ и плавательный костюм полностью слитный. Он идет на 17-30 сантиметров, наверное. Такой синтетик, оттянется то, что нужно. А также в этом лотике присутствует мелочевка. Мы ее посчитали как за один товар. Такие разные трусики. Трусики. Шапочки. И надгрудники разного качества. Вот, мы всю эту мелочевку посчитали за один товар. Вон даже для девочки есть такая красивая ободочек. Так, идемте дальше. Теперь будут товары в основном для девочки. Вот такая белая юбка на замочке сбоку. Размер ничего не указан, но она с подкладом. Очень симпатичная, чувствует все в хорошем состоянии. Размер у нее на 12 месяцев, 77% катон, шорты. Такое платьишко. Сейчас я скажу размером. Это H&M на 98 сантиметров ХБ.
такие шортики на 68 сантиметров. Такая интересная комбинезон на 8 месяцев. Это платьишко, оно утягивается в талии. На бретельках на 112 сантиметров футболка белого цвета ХБ. Маечка, рубашка, пуговицы впереди на 9-12 месяцев. ХБ маечка. Впереди у нее кармашек. Дальше такая шапочка. Панама детская летняя. Это рубашка для девочки 7-8 лет. Белая, на пуговичках штанишки на 162-167 сантиметров. Это Champion. Фирма ХБ. Футболка. И написан здесь размер. 9-10 лет. Все написано. Я нашла. Так, маечка для девочки 2-3 лет с рисунком впереди. Шорты с переходом амбре. Процентов катон. Юбка. Очень интересная. Она 116 сантиметров. Рубашечка. Она ее можно завязать на завязочке H&M на 134 сантиметра. Такое платьюшко летнее H&M на 92 сантиметра. Сзади полосками, распушенная. Так, следующее. Такие джинсовые шорты. Они на девочек побольше. Даже скажу, 60% катон, 38% полиэстер. Так, следующее такое платьишко, летнее, легкое. На 100% катон. Штанишки. Для девочки 80 сантиметров. Розовые. Ну, есть вот такие, но это уже побольше. Они пойдут на... секундочку. Это 100% катон. Сейчас, секунду. 128 сантиметров. Пойдемте дальше. Платьишко ХБ. На 114 сантиметров. Джинсовые шорты. 164 сантиметров. Это Zara Girl. H&M 98 сантиметров. Побольшие шорты. Вот такая туника для девочки на 152 сантиметра. ХБ. Такая рубашечка. Италия, она на пуговичках, а также утягивается типа на завязочках. Но это для красоты. Следующие шорты на 140 сантиметров. Футболочка. H&M. 146-152 сантиметра. Такой спортивный топ для девочки. Размер у нее H&M на 10-12 лет. Синтетика с резинкой внизу. Это ХБ. Футболка. Такой ХБ накидка для девочки. Шорты H&M на 152 сантиметра с рисунком. Так, это юбка United Color of Benetton. Сзади у нее была резинка. Следующий это купальник слитный с рисунком. Следующий это юбка ХБ для девочки 3 месяцев. А, даже шорты. Ну, она выглядит как юбка, просто сшита. Следующее это джинсы. Они утягиваются в талии на 4-5 лет. Очень они тянутся. Такое платьюшко на 140 сантиметров, легкая, сзади на удлиненная подкладка.
Короче, закрытый мешок. А, такая интересная бандана. А, это у нас косточка на девочку 110 сантиметров. Сзади у нее, внизу у нее резинка. ХБ. Маечка. Так, футболка на 10-11 лет. Комбинезон. Юбка на 6 лет. Джинсы ХБ. Еще одна. Крепичный ключ. Размер М. Это уже просто поменьше, но оно все с подкладом плотного ткани в размере H&M на 9-12 месяцев. Шорты. А, нет, это юбка с резинкой вверху на 12-18 месяцев. ХБ. Маечка на 5 месяцев. Рубашка. А, на воротнике, посмотрите, какой она милый рисунок. Это боди детская совсем для бэйби 6 месяцев. Шортики. Бенетон бэйби. Вообще детский-детский. Вот такой комбинезон. Внизу у нее юбка. И заклепочки. На... Не вижу, но они вверху утягиваются на замочек. Платьишко ХБ. Для девочки United Color of Benetton. Штанишки 36 месяцев, такие шортики со стразиками. Платьюшка на бретельках. Вверху мы видим с оборочки милые. На 98 сантиметров. Штанишки. Тоже вверху они утягиваются на 128 сантиметров. Кармашками сзади, внизу с резинками. Детская боди ХБ 92 сантиметра. Платьишко летнее детское, оно на пуговках вверху. Такая интересная пола со стразиками вместо пуговичек на 5-6 месяцев. Платьишко на бретельках, а сзади, внизу как шортами на 9-10 лет. Рубашка с длинным рукавом, лог 104 сантиметра. Платьюшка легкая, ХБ, джинсовая. На 11-12 лет. Такая юбка H&M на 158 сантиметров. Может, кстати, это и топ. Можно, мне кажется, носить по-разному и не ошибешься. Такая маечка ХБ, детская совсем на 3 месяца. Шорты ХБ на 140 сантиметров. Такой топ на бретельках H&M на 92 сантиметра. Юбка. Такая тоже для самых маленьких, красивого цвета. Пойдемте дальше. Такое платьюшко на 122-128 сантиметров. ХБ. Такой интересный комбинезон на 9-12 месяцев. Платьюшко. Сзади оно застегивается на пуговичках. И внизу вот интересное пришито. Следующая ХБшная футболочка в цвете. Футболочка простая, без рисунка, на 12-18 месяцев. Следующий комбинезон на 128 сантиметров с интересным принтом. Впереди у нее вот такая бантик. Так, следующая такой комбинезончик интересный. Легкий, воздушный, красивый. Шортики на H&M 74 сантиметра. И шортики на постарше девочку. С резинкой вверху. Полиэстер 133 сантиметра. Джинсы с рисунком
и пайетками. Логу H&M 134 сантиметра. Юбка с пайетками в талии с резинкой на 128 сантиметров. Следующая маечка КП без рисунка белая. 128 такая топик на 128 сантиметров. Шортики на 118 сантиметров. Такая хубэшная рубашечка. Такой комбинезончик для девочки 86 сантиметров. Следующие обтягивающие лосины на 110 сантиметров. Шортики удлиненные на 80 сантиметров. Вот такая интересная рубашка в точечку на 18-24 месяца. Она еще внизу с резинкой, и я сейчас пытаюсь найти, из чего она сделана, потому что очень интересно. Это вискоза на 100%. Вот. Следующая такая пяги на 90-97 сантиметров. Я думаю, это ХБ. Тоже ХБ. Дезенис. Юбка впереди с карманами. Сзади она сделана на резинке. Это 100% катон, 10 месяцев. Следующая платьюшка. Сзади вдоль всего она застегивается на заклепках. Комбинезончик. Диснеевский. Не могу найти информацию. 86 сантиметров. Футболка с рисунком для девочки. Джинсы тоже с узорами, такими вышивкой на 68 сантиметров. Юбка тоже внизу, видите, такие же узоры. Она 74 сантиметра. Платьюшка. Сзади она застегивается на пуговки. Шортики на уже 164 сантиметра, 13-14 лет. Следующая ФБшная маечка на 23 месяца. Платьюшка для девочки, легкая, воздушная. Я думаю, это ХБ, но вот даже с подкладом, потому что она действительно очень легкая, прям невесомая. Следующая это маечка H&M 68 сантиметров. Джинсовые штаны XXS в скине. ХБшная маечка. Штанишки. H&M-овские шорты 98 сантиметров. Вверху они на резинке. Джинсовые штаны на 8 лет. Сейчас я вам скажу, с чего они сделаны, потому что действительно интересно на ощупь. 100% катон. 100% катон. Но он тянется, мягкий, приятный. Поэтому стало интересно. Дальше ХБшная футболка с рисунком. Еще одна. Девочка, это футболка на 4-5 лет. Такая на 98. Такое для девочки. Сердечко в середине. Это для бэйби. Сзади она на заклепках, как и внизу. Шортики на 9 месяцев. Боди. С таким рукавом удлиненным на 62 сантиметра. Лосинки, но это как сейчас увидите пижамка. Вот такие лосины идут. И вот такая маечка. Очень симпатично смотрится. Следующие такие шорты. Они на резинке. 22-3 года. ХБшная футболка на 96 сантиметров.
майка ХБшная на 110 сантиметров. На бретельках, тоже H&M на 110. Футболка, сзади у нее шов, впереди у нее рисунок на 116 сантиметров. Футболка тоже рисунка, United Color of Benetton, сзади на замочке. Такое платьишко на бретельках на 98-104 сантиметров. Шортики на 6 месяцев, лет. Какие месяцы, лет? Вот такая маечка на 9 месяцев. На 110 сантиметров, платьишко ХП, летняя, без рукавов. Такая юбка. Очень красивый. Плотный комбинезон на замочке. На замочке 128 сантиметров. ХБшная платьишко на бретельках на 5-8 лет. Это как пижамка. И следующая такая платьишко. Сзади оно на пуговки и рисунки на такие горошки. И последняя вещь в этом боте, такого боди детская на 3 месяца. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего вам доброго!